Русская зима была одной из излюбленных тем творчества Михаила Гермашева. На полотнах с изображением заснеженных московских улочек и сельских двориков родной Малороссии художник очень точно передавал нюансы разных состояний природы – прозрачного морозного воздуха, розовых отблесков, рассветного солнца на снегу. «Снег выпал» – яркий пример зимних пейзажно-жанровых картин Гермашева. В этом произведении художник проявил себя как талантливый мастер реалистической живописи. Он удачно справился со сложной колористической задачей изображения белого на белом, грамотно построил композицию с высокой линией горизонта, вместив в пространство картины птиц, деловито входящих во двор, закуривающего крестьянина, стог сена, ритмически перекликающейся соломенной крышей хаты справа и сельскую церковь на дальнем плане. Картина стала самым известным произведением художника. За нее в 1897 году Гермашев получил премию на конкурсе Московского общества любителей художеств, а спустя несколько месяцев Павел Третьяков купил ее для своей галереи. До Октябрьской революции 1917 года она украшала экспозицию Третьяковской галереи. Хотя сегодня имя Гермашева известно только специалистам, при жизни его картины пользовались популярностью. Их изображения тиражировались в печати и воспроизводились на открытках. На страницах журнала «Нива» современник отмечал умение художника уловить настроение тихого вечера, состояние радости от того, что снег выпал. Все покрыто пушистым ковром, и земля, и верхушка стога, и плетень, и крыши изб, и лежащие на земле бревна. Гуси, которые прежде казались чрезвычайно белыми на фоне грязной земли, теперь наоборот темнеют на белом фоне снега. А кругом такая тишина, как будто природа, желая покрепче уснуть до весны, натянула на себя пушистое белое одеяло и забылась, затихла.